Обязательно перейдем, да, давайте. Вы я просто любуюсь всеми теми великолепными артефактами. Да, великолепными предметами, картинками, в общем, да. всем тем, что, в общем-то, в мире уже не встретить. Необычные устройства, которые, в общем-то, тоже их не бывает уже. Да. Просто их уже нету. Вот. И периодически вспоминаю некоторые стихи, которые у вас когда-то слышал. Так что я здесь впервые, честно говоря, голова кругом. Ну, надеюсь, будешь. Роман, а как фамилия? Извини, я просто... Роман Забелин. А, я пример. Все, спасибо. Ага, спасибо большое. То есть, вы где-то играете, да? Я вот все здесь инструменты, которые висят, я все их когда-то... Прошел. Использовал. Да. Нет, а вы где-то в оркестре или где вы? Я сейчас по джазовым тусовкам больше, но вот в последнее время играю с Татьяной и Ростом тоже периодически. Так что вот. Ну что, замечательно. Вот сегодня вот такой инструмент. Я уже вас помню. Это замечательный инструмент. На юбилее, на дне рождения у Рудольфа вы играли, произвели впечатление. Это лично, ну, меня. Я образно так скажу, что это Ванесса Мэй, только без юбки. Это в джинсах. Ванесса. У нас в России. У нас в России ни одной фальшивой ноты. Да. У нас в России Мэй это немножко другое. Да. Ну, я образно, как вот вы мне представили в таком облике, с электронной скрипкой в руках, я вспомнил почему-то Ванессу Мэй, но вы. Гораздо грациознее, даже в джинсах.